Вы смотрите отзыв об отеле Six Senses Lama. Этот отзыв был оставлен на просторах интернет-путешественником с ником Лох, который был в нем в 2011 году. Отель Six Senses Lama 5 звезд. Находится в южной части архипелага Мальдивы. Время отдыха – сентябрь 2011 год, туроператор, Travel Trophy, оценка 5+. Достоинство – отличный отель, хороший пляж, но не везде приветливый персонал. Красивая ухоженная территория, нет шума самолетов, практически нет русских. Недостатки – есть риск попасть в виллу с плохим пляжем. Отзыв, выбирая, в каком отеле на Мальдивах отдохнуть в этом году, обнаружили недавно открывшийся отель знаменитой группы Six Senses. Цена показалась очень привлекательной. Отель не разочаровал от начала до конца. Мы жили в пляжной вилле, просто не любим жить на воде. Добираться до него от Мали нужно не на гидросамолете, а регулярным внутренним перелетом на обычном, с колесами, самолете, и уже от аэропорта отель встречает гостей на лодке и доставляет за 10 минут. Правда, по дороге туда попали в очень мощную турбулентность. Таким образом, постояльцы отеля избавлены от необходимости регулярно слушать гул самолетов. Остров, на котором расположен отель, размером примерно 700 на 200 метров. В центре острова живет обслуживающий персонал. По бокам стоят пляжные виллы, спа, рестораны. Пляж хороший только с одной стороны, мы как раз жили на той стороне, с других сторон пляжа, можно сказать, просто нет. Номер нашей виллы был 91, так что примерно с 85 по 97 виллы на этой стороне, то есть с хорошим пляжем, остальные не рекомендую. Завтрак был включен в стоимость, не разочаровал. На ужин они предлагают комплексное меню либо шведский стол. Цены неубойные, знак доллара 200-300 на двоих с напитками. В обед рекомендую кафе с отличным выбором мороженого. В один из дней приезжала какая-то модная английская повариха, готовила изысканный ужин. Мы повелись на такую рекламу, кстати, единственная из русских, пошли есть ее яство. Отравиться, конечно, не отравились, но и удовольствия не получили. Самый вкусный был десерт, мороженое с карри, салат из овощей и фруктов с добавлением острых специй и шоколадный пудинг. Остальное было еще хуже. Стоило, естественно, недешево. Видимо, ничего мы не понимаем в комовских и номовских приколах. В распоряжении каждого постояльца отеля велосипед. На нем можно ездить в ресторан или просто кататься по острову. Есть библиотека с книгами, в том числе и на русском языке. В отеле есть русский менеджер. В море можно купаться даже невдалеке от берега, то есть дно достаточно быстро, но плавно уходит. Во многих отелях на Мальдивах дно уходит очень нескоро. Пляжная вилла достаточно большая, особенность в том, что есть терраса, сделана вторым этажом над ванной для отдыха на свежем воздухе, так как ее не закрывают деревья, она продувается ветерком. Русских в отеле было семьи 3-4, не больше, что также порадовало. Общее впечатление об отеле очень хорошее. Буду рад, если мой отзыв поможет кому-то организовать свой отдых. Если есть вопросы, задавайте. В описании к этому видео есть ссылка и на другие отзывы про этот отель. В нашем туристическом агентстве вы можете без лишней переплаты заказать тур в этот и другие отели. Пожалуйста, обращайтесь, всегда рады вам помочь.